Всем привет! Мы сейчас едем, сегодня у нас воскресенье вечер, мы едем с нашей вечеринки. Мы с родственниками встречались. Там у меня не получилось снять, потому что у меня села батарейка, так что снимаю сейчас машину, я могу подзаряжать. И вот хотела немножко заснять, как у нас тут украшают к Рождеству. За 4 недели до Рождества вот украшают, вот там елка стоит наряженная. С этими, я с думаю, огоньками. Ничего не видно, потому что туман. Видно вон. Туман. Ну, свет, да, немножко туманик, но все равно видно, вот звездочки справа, слева. Вот звездочки видно, да. Вот слева елка стоит наряженная. Вот звездочки ну, направо, я думаю, налево. Сейчас никого не удивишь. Но все равно красиво. Я обещала, что сделаю. Каждый, я не знаю, по-моему, тут каждый магазинчик, каждый ресторанчик сам. Или нет? Ну, в нашей деревне вот так, да. Но это не наша деревня. Ну, почти. Вот сейчас с правой соседней стороны будет такое здание полукруглое, и там висят такой, как дождик светится. Вот это вообще красота, мне нравится. Сейчас я... Автобус, вон. Вот. Ой, где она тут? Нить правила нарушать. Вот, направо вон сверху, видите, где звездочки? Ну, все, уже проехали. Очень красиво. На его еще красивее. Сейчас немножко туман, правда. Ну все, сейчас мы выезжаем с этого, поэтому будет сейчас темно. Потом, если что, где будем в других городах, я постараюсь поснимать. Нашу деревушку поснимаю. Снег у нас лежит, а откуда вот мы сейчас едем, где мы были, там вообще уже нету снега. А у нас еще лежит. Хотя сколько тут километров? 20? 17 километров? И вот по бокам еще снег лежит. Ой, какой, а! Видишь, как ты нервничаешь? Нет, я нормально еду. Это он, вон, смотри, гонит уж 40-50 ехать. Вот это он разозлился. Вот он разозлился. Хотя я еду по правилам, чтобы его сейчас не занесло. Да что вот таких тебя вот, не занесло? Вот таких вот, Слава, потом и заносит. Давай стой, он сейчас будет сидеть где-нибудь. Ты же притормозила, это вот так сильно разозлилось. Снега очень много. Ну как? Ну, прям очень. Не очень, но я сейчас вообще думаю. В общем, у нас есть. Где мы сейчас были, там не было снега, а здесь есть мы снег. Мы живем в лесу. Вот. Да. Вокруг нас везде лес, и тут всегда на градус на 2 холоднее, это нормально. Поэтому здесь всегда дольше снег держится. Дороги почищены, а по бокам вон все в снегу. Дороги здесь очень быстро чистят. Славе сейчас на работу, но сейчас сколько у нас? 8 час? Через 2 часа? Сейчас кушать готовить, 10, сейчас да. Спать. Если так что не получилось у меня снять, но я сниму, как дети, стихи, которые дети выучили, они расскажут возле нашей елки дома, чтобы вы все-таки услышали стихи, которые они выучили. Они у нас возле елки расскажут. Потому что там не получилось снимать, сниму здесь, дома у нас, я имею в виду, ихнее стихотворение. Ладно, потом переключимся. Итак, сейчас вот дети расскажут стихотворение, которое они рассказывали сегодня на празднике. Давай. Die Engel künden es jubelt an, der Heiland ist geboren. Es steigt der Jubelhimmel an, wir sind nicht mehr verloren. Jetzt kommt in die dunkle Welt, das Licht der Krippe hat sie erhellt. Gott hat sich als Mensch offenbart, so wie es von alters her geweissagt war. Jesus kommt in friedlos Herzen, lindert unsere Seelenschmerzen, hilft uns ihm ganz zu vertrauen, auf sein Wort ganz allein zu bauen. Jesus kommt, hilft uns durch die schmerzhaften Tage, steht uns bei in jeder Plage, gibt uns Kraft in schweren Stunden, unser Schmerz hat er gewunden. Jesus, er kommt mit überströmender Gnade, bringt uns auf der rechten Pfade, hilft uns mit Barmherzigkeit auf dem Weg zur Ewigkeit. Молодец. Только без выражения, быстро-быстро лишь бы делать. Ну ладно. Сэмми, подожди. Bitte mit Betonung und langsam und deutlich, окей? Okay? Давай. Подожди. Слава не бегает, но не фокусируется. Die Glocken, sie läuten von Arm schon fern. Wir feiern Weihnachten, die Geburt unseres Herrn. In den Kirchen singt man zu Gottes Erd. Zu Hause sind die Tische von Garten so schwer. Man jubelt, man singt, man scherzt und lacht. Hat man dabei auch an Gottes Botschaft gedacht? Oder hat man vergessen den Engelsgesang, der
damals auf Bethlehems Fluren erklang. Denn so Leute verkündete die Engelschar den Hirten, was dort in Bethlehem geschah. Sie sang voller Jubel im lauten Ton, dass Gott, der Vater, gesandt seinen Sohn. Denn euch ist heute der Heiland geboren, den Gott für uns alle zum Retter erkoren. Damit verkündeten sie große Freude den Menschen damals und uns noch heute. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Es soll für alle Menschen Weihnachten werden. So jubelte laut die himmlische Schar, als Maria im Stall den Heiland gebar. Jesus, er kam als Kind auf die Welt und hat sich zu uns Menschen gestellt. Er hat der Welt wieder Hoffnung gegeben. Wer an ihn glaubt, der hat ewiges Leben. Nun liegt es an dir, was du daraus machst, aus dieser ersten heiligen Nacht, wo Gott, der Vater, gesandt seinen Sohn, damit auf Erden kein Mensch geht verloren. Молодец. Samuel и Леон, это был один стих, они его разделили на два. А Люи совсем другой. Играть он не может просто. Ладно, на этом закончим наше видео. Дети усталые, мы тоже. Было хорошо, но все равно весь день были не дома, там все равно устали. Наелись, конечно, было очень-очень вкусно все. Ну, теперь я рада, что дома. Стави только на работу сейчас, скоро выезжать. Это, конечно, для него не очень, но ничего. Еще 3 недельки, и все, будут каникулы, и у Славы отпуск. Все, до следующего видео. Всем пока! Пока!